Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Валерий Бусуновский. С вами школа Python Django, spb-tut.ru. Что такое школа Python Django Бусуновского? Уроки Django, как стать программистом. Python, Python OOP, библиотеки машинного обучения. Онлайн обучение для людей, которые стать программистами, которые хотят стать программистами и веб-разработчиками. Если вы мечтали и готовы получить новую профессию, этот сайт для вас. Итак, сделал акцию эконом, в принципе, по письмам, потому что люди пишут, что для многих 10 тысяч оплатить, потому что хочется иметь доступ ко всем ресурсам, довольно дорого. Экономия 8385 рублей. Что вы получаете? Нажимаете «Получить логин и пароль». Мега-акция «Эконом пожизненный». Согласно плана доступа 12, некоторые разделы сайта продаются отдельно. Во время акции вы к этим разделам сайта СПБ, чтобы иметь полное обучение, пожизненный доступ, заниматься в любое время, вы получаете в подарок. Плюс доступ к другим сайтам. Первый подарок – пожизненный доступ к Python for Android. Экономия 1990 рублей. Подарок 2 – пожизненный доступ к разделу машинное обучение. Это библиотеки такие рассматриваются. NumPy, Pandas, Kikitlearn, SkiPy. Далее. Доступ к разделу Python OOP. Углубленное изучение OOP. Приходит в последнее время много людей, которые знают Django, но хотят устранить пробелы к Python OOP. Пожизненный доступ к сайту для Python для начинающих, Python Django для совсем новичков. Также пожизненный доступ к разделу, к сайту продавашков, система продаж. Почитайте, здесь есть ссылки на статьи и на сайты. Значит, оплачиваете вы всего 2500 рублей. Из чего складывается цена? На данный момент доступ к аккаунту эксперт Python Django стоит 1990 рублей. Это люди, которые приходят, оплачивают, они получают. Добавив всего 510 рублей, вы получаете все подарки. Сделал для людей, которые действительно хотят учиться. Я понимаю, что 10 тысяч – это дорого, а иметь доступ и не ко всем разделам – это обидно. Экономия 8385 рублей, которые вы потратите на себя – это колоссальная экономия. Что надо сделать? Для того, чтобы оплатить, во-первых, здесь есть инструкция. Инструкцию по получению логина и паролей перед оплатой прочтите ниже в описании акций «Эксперт» или «Стандарт». То есть вы просто прокручиваете страницу и читаете подробную инструкцию. Я вкратце расскажу, что нужно сделать. Значит, первым делом вы нажимаете на ссылку для оплаты по мега-акции. Вас перебрасывает на безопасную страницу, оплата через Беларусьбанк – это надежность, вы заполняете данные, которые здесь указаны, и производите оплату. После этого вам придет на почту письмо и будет сообщение, транзакция прошла успешно. Для тех, кто хочет посмотреть отдельно по оплате, внизу страницы есть видео, как оплатить. После успешной оплаты вы просто-напросто копируете чек, который пришел к вам на почту. Пример чека вот такой. И отправляете. В обратном письме вы получаете логины и пароли от сайтов. После этого я вас прошу обязательно отписаться, что вы успешно вошли. Рекомендация. Использовать лучше ящик Gmail, так как общение у нас группа Google. То есть ваш e-mail будет добавлен
в группы, после подтверждения вы сможете задавать вопросы. Лучше для школы выделить отдельный ящик. Оплачивать можно также, если валюта доллар и евро, просто они будут переконвертированы. Здесь две ссылки: для России СНГ в российских рублях и для белорусов в белорусских новых деньгах BUN. Какие ссылки я рекомендую посмотреть в первую очередь? Да, после оплаты просто вам нужно нажать контакты и написать письмо на этот e-mail. Значит, какие ссылки? Прочитайте новости. Школа развивается ежедневно. Раздел «Начни здесь». Здесь собраны описания уроков и тематики, которые добавляются. Обратите внимание, в школе на сегодняшний день более 8 суток видео. При этом добавление видеокурсов идет постоянно. Ежедневно, еженедельно добавляются курсы. Сайт удобен только для людей, которые конкретно имеют логин и пароль. Для того, чтобы войти на сайт, нажимаем «Войти». При этом человек, чтобы познакомиться, может войти пароль до демо, логин демо. Как только вы входите, сайт сразу мы можем с меню выйти на любой план, если нам понадобится. Обучение по шагам. То есть вы открыли план и пошли по шагам. Вы занимаете свое удобное время и по шагам. Школа — это пошаговое обучение, где есть код, видеоуроки, можно спросить в группе. Качество уроков очень понятное. Сайт для новичков, возможно, немножко нудноват, но я рассчитывал, что человек вообще полный ноль. Судя по тому, что понимают, даже вот писали родители, 9, дети 9-8 лет начинают писать на Python, то сайт удался. На СПБ идет продолжение, практика. Здесь уже уроки более сложные, то есть учитывается то, что вы уже все знаете. Python по минимуму, знаете Django. Поэтому здесь мы рассматриваем уже построение более серьезное. Например, вот Александр Проценко делал сразу по урокам сайт, не зная Django, но по урокам делал коммерческий сайт. То есть для того, чтобы я собираю отзывы с группы ребят, для того, чтобы их прочитать, надо нажать письма истории. Также можно на главной странице посмотреть, не на главной странице, а читать новое, посмотреть самые интересные тематики. Также можно нажать ссылку еще и посмотреть видео, которые помогли многим. Успехов вам! Спасибо за доверие!